А что будет потом? Не могу знать. Ты представитель исчезающего поколения, ты задаешь глупые вопросы. Мое дело разрушать. Строить будут другие. Чем скорее мы начнем разрушать, тем лучше. И что дальше? Видно будет, это уже не наше дело. Никто за нами не шпионит. Да если бы кто и подслушивал, ничего бы не понял. Мы сами не очень-то понимаем. Их надо уравнять. Мы понизим уровень образования и талантов. Талантливые люди всегда хотят возвыситься. Нам придется, увы, отрезать язык Цицерону, выколоть глаза Копернику и побить камнями Шекспира. Послушай, мы поднимем Россию. С этими дураками? Мы провозгласим разрушение, вызовем беспорядки, пустим пожары. Начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видывал. Густой туман опустится на Русь. Заплачет земля по старым богам. Вы, кажется, сердитесь. Уж не боитесь ли, что я вас разлюбил? Это вот здесь, на этом самом месте. У вас есть лопата? Не бойся, в этот час здесь ни души. Лично против тебя я ничего не имею. Это исключительно в интересах дела, потому что ты дал слово. Дал или нет? Ты хочешь непременно увидеть мою кровь. Ты подлец и ложный ум. Я такой же. Но ты будешь жить, а я умру. Сейчас, сейчас. В нас вселились бесы, и мы гибнем. Но больной исцелится и сядет у ног Иисусовых. И Россия исцелится.